Прошедшие выходные для сотрудников ГИБДД выдались неспокойными. 24 ДТП было зарегистрировано на орловских дорогах. В них пострадало 14 человек. К сожалению, не обошлось без жертв. Происшествие, унесшее человеческую жизнь, случилось вечером 30 сентября. Произошло это на 20-м километре автодороги Орел-Тамбов. 20 часов 5 минут водитель 93-го года рождения управлял автомобилем «Лада Ларгус», следовало по автодороге Орел-Тамбов. В районе 20-го километра произошел наезд на неустановленного пешехода, который скончался на месте дорожно-транспортного происшествия до прибытия кареты скорой помощи. Пострадала и девушка, управлявшая «Ладой». Ей была оказана медицинская помощь, от госпитализации она отказалась. Все обстоятельства произошедшего уточняются.